каждым днем стройка набирает обороты, и рабочие используют по максимуму каждый день. В самих квартирах почти на 20% завершена черновая отделка. Отштукатуривание стен выполнено в 13 квартирах. В трех квартирах, помимо этого, залиты стяжки. Благодаря увеличению рабочей силы, а сейчас на объекте задействовано 30 человек, и поступлению необходимых материалов, темп работы увеличился. Места общего пользования и потолки в них готовы под покраску. К укладке плитки приступят после того, как будет выполнено 85% отделки квартир. Всех мы перекинули, соответственно, вот до фасада на отделку. Мы, конечно, несколько тут средств были стеснены, но все-таки приняли решение отделку штурмовать черновую, чтобы мы к июню, так сказать, могли только на чистовую отделку выйти и быстро все могли выполнить после ввода дома, да? Соответственно, все эти работы надо делать. Подрядчик подробно рассказал о проведении пусконаладочных работ, систем вентиляции и кондиционирования. Все выведено, значит, колпаки у нас закуплены, монтаж колпаков сейчас они доделывают. Вентиляция вся выведена, сейчас они ведут утепление на кровле вентиляционных каналов. Тоже материалы все есть, работают, чтобы у нас, соответственно, не было по вытяжке обратного холодного воздуха полностью там на 3 метра ставят купола, да, все заделано. Обсудили процесс организации подключения к теплосетям, водоснабжению и водоотведению. Сети, значит, с ТСК у нас сейчас в данный момент полностью согласованы сметы ГВС и теплосеть. Сейчас мы заказываем, сегодня оплачиваем позиции долгоиграющие по сетям. Договорились с ними о 14 днях. Надеемся, что поставка будет в эти сроки осуществлена. И, соответственно, раскапываем, делаем подключение ГВС и тепла. Я думаю, что все-таки, наверное, до конца мая мы этот вопрос решим. 15 дней на поставке где-то ориентировочно, 15 дней на шлении монтажа, 15-16 дней. К фасадным работам планируют приступить с 15 мая. Небольшие задержки связаны с поставкой материала. Фасад сейчас мы ждем под систему, 14 дней осталось до изготовления. Параллельно сейчас мы заказываем фиброцемент сразу же. Когда останется 7 дней до поставки под систему, я оплачиваю, соответственно, утеплитель, чтобы не захламлять очень большое количество, порядка там 500 кубов. Соответственно, начинаем монтаж фасада с подсистемы, сразу с установки утеплителя на грибки. После осмотра внутренних помещений обсудили ряд вопросов по благоустройству прилегающей территории. Планировали вывоз осуществить, так сказать, мусора, но в четверг нас тут немножко подвели, у всех работы, в четверг будем все осуществлять. Геологию всю провели, экологию провели по новому дому. Проект АГО у нас в понедельник и смененный в связи с посадкой мы подаем, уже тоже быстро все поменяем. Параллельно ведется работа по проектированию, фундаменты, проект фундаментов уже рассчитанный, у нас ориентировочно будет, соответственно, в среду. То есть со среды, зная уже глубины котлованов, мы начнем уже подготовительные работы по котлованам. Надо все вывести вам отсюда. Да, мы сейчас занимаемся, 2 дня вот уже как начали заниматься, занимаемся вывозом, соответственно, и подготовкой под благоустройство. Здесь фасады будем делать, и будем делать параллельно благоустройство. То есть фасады будут делать, благоустройство будут делать вокруг, и потом только мы отмостку выполним после завершения фасада. По итогам рабочего совещания глава положительно оценил качество и оперативность выполнения работ.